Шадринске этим летом завершено благоустройство общественной территории в поселке Осеево. Данная территория участвовала во всероссийском онлайн-голосовании в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком выступила строительная компания предпринимателя Виктора Гапонова. На территории уложили новое асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку, установили все необходимые малые архитектурные формы согласно проекту. Это и детская площадка, весь городок, спортивная площадка, оборудование для зоны тихого отдыха, полностью установлена сцена для проведения больших общественных мероприятий, устройство подъезда к самому стадиону и оборудование, значит, парковочных мест для посетителей. Отметим, что на данный момент реализован первый этап благоустройства данной территории, которая уже доступна для спорта, отдыха и проведения массовых мероприятий всем жителям поселка Осеево. Также этим летом в Шадринске завершены работы по благоустройству и ремонту дворовых территорий по улице Гагарина, Октябрьская, Карла Липнихта и Роза Люксембург. Встречались с жителями, общались, жители довольны, да, потому что то, что было предыдущее состояние дворовых территорий, это мягко сказать, там ее практически не было, благоустройства никакого. На данный момент тротуары заасфальтированы, проезжие части заасфальтированы. Ну, жители довольны, значит, тем ремонтом дворовых территорий, которые проведены в этом году. Но мы все прекрасно понимаем, что у нас невозможно в кратчайшие сроки отремонтировать все дворовые территории, потому что если у нас брать по нашему городу, у нас больше 600 МКД, и это за один год, даже за два, за три, это не полностью все дворовые территории не отремонтировать. Но и мы тоже как бы зависим от выделения финансирования. Какое количество финансирования нам выделяется, соответственно, мы уже идем по этапно, значит, ремонтируем. Конечно, я сразу скажу, что мы планово идем, стараемся от центральной части, от центральной улицы Свердлова, значит, ремонт производить. Сначала начинать эту часть и уже от нее более широко, значит, по другим микрорайонам переходить и производить ремонт дворовых территорий.